Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Music Avenue, меня зовут Роман Белый, и сегодня мы с вами поговорим про аналоговый звук, про прослушивание виниловых пластинок. Для того, чтобы слушать виниловые пластинки, нам вдруг понадобится внезапно, кто бы мог подумать, виниловая пластинка. У нас здесь Шаде, здесь Pink Floyd, Dark Side of the Moon, если я не ошибаюсь, да, простят меня за мой английский. В общем, для того, чтобы прослушивать эти пластинки, нам понадобится проигрыватель, желательно с МЦ-иглой, хороший фонокорректор, усилитель, желательно, чтобы был отдельно предусилитель и отдельно усилитель мощности, желательно, чтобы усилитель мощности состоял из двух моноблоков, две полноразмерных, серьезных, напольных колонки трехполосных обязательно, еще бы желательно понижающий трансформатор, обязательно, чтобы у нас виниловая мочка была, чтобы за пластинками следить, еще, чтобы вот эту вот всю историю отстроить, обязательно пузырьковый уровень, весы специально для иглы, специальные щетки для того, чтобы протирать пластинку, ведь не всегда же до виниловой мойки есть возможность дойти, нужно иногда протирать. В общем, сложно. Так многие люди думают, что пластинки слушать сложно. Стоит начать копаться на форумах, где серьезные дядьки начинают серьезно играться в винил, и ты понимаешь, что это какой-то просто кромешный ад за миллионы миллионов. Есть и другая крайность, когда люди приобретают такие вот некие чемоданчики Crosslay за условно там 7, 10, 12 тысяч рублей, которые, ну, на поверку оказываются жутко ломучими, с огромным количеством браков и совершенно не играют. Мое мнение, что вертушка до 50 тысяч рублей в принципе не звучит. И это выброшенные деньги. И рассматривать в этой ценовой категории проигрыватели пластинок не стоит. Что же делать? Где компромисс? Где среднее решение? Как слушать винил просто, легко, с удовольствием? Пожалуйста, отвечаем на этот вопрос. Решение перед вами. Ну или, если быть честным, одно из решений. У меня на столе стоит проигрыватель пластинок Rega Planar 2. Без какой-либо автоматики, без фонокорректора. Это второй в линейке Rega проигрыватель. Для тех, кто не знает вообще, кто такие Rega. Rega — это очень серьезные английские ребята, которые занимаются проигрывателями виниловых пластинок, которые делают очень серьезные столы. И, ну, скажем так, у Rega есть, допустим, вертушка с иглой, ну, там, грубо говоря, за 1 000 000 рублей. А Planar 10, вот, самая старшая, самая референсная. Вот, поэтому это серьезные ребята, и советую относиться к ним серьезно. Ну и помимо того, что они сами делают вертушки, они еще и делают и запчасти для других производителей. Ну, например, тонармы очень часто реговские стоят. Здесь, конечно, все максимально просто, то есть запускается он с кнопки, на дорожку поставили иглу и играет. Нету никакой автоматики, и даже для того, чтобы переставить скорость, вам нужно будет разбирать стол и менять пасек. Ну, вот такой вот подход у Rega. На мой взгляд, это даже где-то немножко и интересно. А есть еще от компании Project Debut 3, Evo 3, если память мне не изменяет. Тоже отличные вертушки, стоят дешевле, чем Rega. Rega на момент записи ролика там стоит в районе там 60-80 тысяч рублей. Вот, Project там за полтосик можно купить. Ну, Project, на мой взгляд, отличные вертушки, но, на мой взгляд, немножко страшноваты. По этой причине мы решили позаниматься Регой. Хотя Project не стоит снимать со счетов. Это отличные проигрыватели. Для того, чтобы слушать пластинки на этом замечательном проигрывателе, ну, конечно, вы можете купить его, проигрыватель хороший, и просто его внести в вашу Hi-Fi систему. Вы уже получите много удовольствия. Но для того, чтобы человек, не сведущий в Hi-Fi вообще, мог начать слушать винил, соответственно, покупайте такую вертушку. К вертушке покупайте вот эти вот замечательные колонки. Перед вами продукция компании Triangle. Французская компания, которая много лет занимается серьезными деревянными хай-фай колонками. И вот они сделали такое вот активное чудо. Если быть точным, то здесь одна колонка активная, другая пассивная. Они соединяются проводком. Посмотрите мое видео про акустику, должно было выйти. Там все будет подробно описано, как это работает и чем это отличается. Чем они хороши?
Головная колонка, мастер-колонка, она имеет встроенный усилитель и имеет встроенный фонокорректор. Причем достаточно толковый фонокорректор, который не имеют бюджетные проигрыватели стоимостью там 20-30 тысяч рублей. Даже бюджетные проигрыватели у Projecta с фонокорректором так себе. Здесь фонокорректор, на мой личный взгляд, с моим опытом прослушивания, ну, более чем отличный в этой ценовой категории. Это вот тот базис, с которого можно начинать. Вот эта планка, на которой вы можете расти как виниловод. Вот базис, с которого вы можете начать прослушивать виниловые пластинки и начинать получать от этого удовольствие. Потому что если купить какой-то мусор, то вы, соответственно, удовольствия получать не будете. Попробую обосновать свою точку зрения, что у нас по реге. И вообще по этому комплекту, по большому счету, это такой некий iPhone из мира винила. iPhone не потому что дорогой, а iPhone потому что прост в использовании. То есть привозите домой две коробки, распаковываете, подключаете, слушаете, все. Обычно дорогие вертаки нужно довольно серьезно настраивать. И вообще, конечно, регу рекомендуют тоже настраивать. Я приложу в описании ссылку от наших партнеров по настройке этих проигрывателей. Но из моего личного опыта, просто немного сделал балансировку тонарма, все остальное из коробки уже настроено, уже под эту иглу все настроено. То есть достаете, ну, скорее всего, будет все работать. Посмотрите видео, как настраиваются проигрыватели, но процентов 90, а мы уже много таких проигрывателей продали, и общение у них с ними достаточно у нас теплое, именно с Planar 2. В большинстве случаев все там, ну, практически уже готово к использованию. Это классно. И здесь стоит недорогая игла, которая дает достаточно универсальный звук. Здесь, кстати, не MC, здесь MM головка. И, на мой взгляд, преимущество MM головок как раз таки заключается в их, ну, относительной универсальности. Они тоже бывают разные, разные стоимости, и тоже там с уходом в какой-то определенный характер звука. Но в большинстве случаев я считаю, что среднего ценового сегмента MM головки они могут дать вот этот вот настоящий виниловый звук, но при этом не имеют каких-то откровенных преимуществ в определенных музыкальных направлениях, и вы можете спокойно, не ломая себе голову, слушать музыку. Вот в чем прелесть. Ну а что касается колонок. Колонки у нас акриловые. Ну, я так понимаю, что MDF покрыта акрилом. Здесь у нас бумага, твиттер, шелк. В общем, классика. Классика хороших полочников. Что касается звука, они способны, в принципе, раскачать небольшое помещение, ну, до 25 квадратных метров. Что вы хотите, это полочники. Но они очень интересно звучат. Они дают достаточно такую хорошую, глубокую и широкую аудиофильскую сцену, за которым, в общем-то, все любители начального и среднего хай-фая гонятся. То есть, когда вы начинаете их прослушивать, появляется понимание, что это солидная акустика. И при этом хорошая передача, я называю это близкими звуками. То есть, солирующий передний инструмент, солирующий вокал. Вот здесь это все раскрывается более чем замечательно. Колонки, конечно же, не без недостатков. Это не самое сильное решение для металла, да и в принципе для разного рода рок-музыки. Нет, да в принципе Pink Floyd они играют хорошо и с басом, здесь тоже в принципе нормально, но бас здесь, ну, скажем так, бумага, бас здесь довольно-таки размазанный. И если уж сильно хочется, чтобы пачка из бас-бочки, басовой линии и каких-то серьезных рифов, чтобы это все было выдержано, то сюрприз-сюрприз, есть выход на SAP. У меня есть опыт с
некоторыми из наших клиентов, которые делились рассказами о подключении к подобным парам музыкальных сабов. При установке определенных настроек громкости определенного среза можно вот это все вместе превратить в достаточно хороший сетап для прослушивания и тяжелой музыки тоже. Потому что вот эти вот малыши вам хорошо выдадут сцену, хорошо выдадут детали, а там, где нужен драйв, нужно мясо, там у нас уже вступает музыкальный саб. Был у меня опыт прослушивания вместе с ними начального Велодайна, и вот владелец этого Велодайна заявил, что у него его хай-фай система с его усилителем, она с Велодайном так не играет, то есть Велодайн у него не оживает дома, а здесь мы вдруг внезапно подключили к вот этой вот плате колонок таких вот малышей хороший музыкальный саб, и он заиграл. В общем, вещь серьезная, советую обратить внимание. Вообще, конечно же, я это видео снимаю, ну, не столько же, чтобы рассказать вам про сам этот продукт, а сколько про концепцию. Будем откровенны, это не единственный вариант. Существует много различного рода таких колонок, и если, ну, скажем так, имеете достаточно крепкие нервы и большое количество времени, можно поизучать рынок, выбрать что-то, что подойдет именно вам. Если вдруг по каким-то причинам вот этот концепт там, вам не нравится по дизайну. Но, на мой взгляд, это очень удачное решение для прослушивания винила из коробки. Для человека, который начинает слушать виниловые пластинки, хочет начать собирать, возможно, в будущем перейти на что-то серьезное, а возможно, остановиться на этом. Этот вариант, на мой взгляд, просто супер. Вот. Самое главное, запомните концепцию. Виниловый проигрыватель без фонокорректора средней ценовой категории, ну, порядка там от 50 до 150 тысяч рублей. И пара колонок с фонокорректором в средней ценовой категории, там тоже от 50 до 100 тысяч рублей. Вот, вот такая вот сегодня идея у меня для вас. А с вами были Music Avenue, меня зовут Роман Белый. До новых встреч, пока!